Приветствую вас, друзья, и большое спасибо всем, кто оказывает поддержку. Есть две вещи, которые влияют на жизнь человека и которые могут буквально кардинальным образом изменить жизнь, как в одну, так и в другую сторону. Что это за вещи такие? Первое и очень важное – это намерение. Это когда вы хотите что-то осуществить, какую-то свою мечту, добиться какой-то цели своей. Вот вы создаете намерение и движетесь по этому пути. Это вас вдохновляет, дает вам силы, и вы добиваетесь. Вот многие люди, ну не многие может быть, но некоторые люди, так скажем, они добиваются всего в жизни, чего только захотят. Вот именно благодаря своему намерению. Но есть другая вещь, которая просто сводит на нет первую, то есть уничтожает это намерение. Это страх. Ну, я называю так обобщенно, потому что сюда входят страхи, тревоги, сомнения, неверие в собственные силы и прочие подобные вот такие вещи. Когда вы, например, создав намерение, движетесь по этому пути, в какой-то момент может возникнуть какое-то препятствие, и вы испугаетесь. Подумаете, что не справитесь, что у вас не хватит сил, или начнет кто-то мешать вам, враги, может быть, какие-то, завистники, недоброжелатели. И вы точно так же скажете, что нет, нет, с этим мне не справиться. Так вот, вот этот страх, это вторая вещь, да, она создает противоположный энергопоток. То есть она, ваше намерение, тянет назад. И может даже случиться так, что вот этот противоположный энергопоток, вот эти страхи ваши, они станут гораздо сильнее, чем само намерение. И тогда, естественно, это намерение просто обрушится. И обрушатся ваши планы, ваша мечта, то есть ваша цель, она просто рухнет. И человека это может опустошить. То есть огромные потери энергии, которые повлияют в том числе и на здоровье. Так вот, вот эту первую вещь нужно усилить за счет того, что вторую вещь, страх, его нужно выбросить. Вот как вы выбрасываете какие-то ненужные вещи на помойку, вот точно так же нужно избавиться и от него. Но как это сделать? Вот есть такая очень хорошая практика. Вот как только вы почувствовали где-то, добиваясь там каких-то целей своих, что все, у вас упадок сил, что вот уже готовы отказаться от этого всего, что не справится, не получится. Представьте себе огонь. Такой яркий, жаркий, пылающий огонь. Или представьте себе солнце. И почувствуйте, что вот этот огонь или солнце, это внутри вас. Потому что в каждом из нас есть вот эта внутренняя стихия огня. Вот очень важно ее ощутить, почувствовать. Почувствуйте, что это внутри вас. Почувствуйте, что вы излучаете свет. Почувствуйте тепло внутри вас. И произнесите такие слова. Покуда свет во мне, так и сила со мной, так и я в достатке да во здравии. Истинно. И постарайтесь вот эти ощущения, вот этого тепла, внутреннего света, как можно дольше сохранить. И к вам пойдет энергия. Вот вы почувствуете прилив сил. Потому что Вселенная из внешних источников даст вам эти необходимые силы. А на физическом уровне это скажется так, что к вам начнут приходить какие-то мысли, какие-то решения. Вот те препятствия, которые возникли на пути вот, к вашему намерению. И вот они обязательно будут преодолены. Потому что сил на это хватит. Вот такая вот простая, надежная практика. И еще, друзья, возьмите в постель вот это маленькое чудо, маленькую сладость. И бессонница и хворь уйдут от вас навсегда. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.